Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина, я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня у нас видео так называемая сборная солянка. Я вам покажу подарок косметический, который я получила на 8 марта. Расскажу об очередных своих мыльных залипушках. И поделюсь просто потрясающей находкой. Но позвольте мне немножечко сохранить интригу в начале ролика. Итак, начать я хочу с подарка. Очень интересное средство мне подарила подруга. Никогда раньше таким не пользовалась. Я так понимаю, оно профессиональной направленности. Это жидкий кератин. Использовать его нужно на всю длину волос сразу после мытья, то есть когда они еще влажные. Буквально одна капля нужна этого средства для разового использования. Здесь удобный дозатор у флакончика. В общем, подруга сама пользуется, очень довольна. Решила и меня вот с этим средством познакомить. Если честно, не знаю, где она приобретала. Скорее всего, наверное, на каких-то совместных закупках. Потому что она любит там заказы делать. В общем, мне очень интересно, и поэтому вот хочу вам показать и уже отправить этот продукт в использование. Дальше. Сделала я несколько залипушек. Реализовала свои планы, которые вам уже показывала. Соединила я вместе кокосовое мыло от Рубль Бум с крем-мылом от Дуру, с увлажняющим кремом и зеленым чаем. Интересное такое у меня сочетание получилось. По аромату они хорошо как бы подходят друг к другу. И цветовое сочетание очень мне огурец напомнило. Вот и залипушку я в такой форме сделала. В общем, такая забавная у меня штука, очень большое мыло, но мне нравится. Я за липушками купаюсь, поэтому как бы размер меня не пугает. Дальше я еще хотела соединить два мыла от Дуру, которые тоже с увлажняющим кремом идут. Один из них активированный уголь, второй морские минералы. Но вот к синему мылу я довольно-таки равнодушно осталась, а вот с активированным углем меня просто покорил аромат. И, наверное, буду приобретать его еще, чтобы использовать сольно, так скажем. Сейчас что покажу вам, что получилось. Очень мне понравилось цветовое сочетание. Возлагала я большие надежды на него. В общем, они оправдались. Мне очень нравится то, что у меня получилось в итоге. Такая сине-черно-белая залипушка. Ну и последнее, что я соединила между собой, это дегтярное мыло от Невской косметики и оливковое увлажняющее от Нефиса, линейка завод братьев Крестовниковых. Тоже получилось интересное цветовое сочетание. И надо сказать, что оливковое мыло действительно сделало аромат дегтярного чуть менее насыщенным. Вот такая вот. Ну, это, наверное, просто огромная залипушка. Ну, с удовольствием буду с ней купаться. В общем, я довольна тем, что у меня получилось. Надеюсь, и вам понравилось. Ну и последнее, о чем я сегодня хочу рассказать. Решила я промониторить частное объявление по нашему городу на предмет винтажного мыла. Могу сказать, что к моему великому огорчению всего одно объявление нашла, всего один вид мыла был, но я его приобрела. В общем, первый кусочек у меня винтажного мыла. Вот таким образом выглядит упаковка «Русский лес». Ну, к сожалению, здесь нет нигде на упаковочке, в каком году это мыло изготовлено. В нем 100 грамм. Кобувский парфюмерный комбинат его делал по ГОСТу 78-го года. Ну, по крайней мере,
Наверное, где-то конец 70-х, начало 80-х это мыло произведено. Вот видите, 30 копеек оно стоило. Еще не открывала. Хочу вместе с вами это сейчас аккуратно сделать. Мне безумно интересно посмотреть, что там внутри. Кстати, у продавца было еще 2 единички этого мыла без упаковки. Но не стала я приобретать, потому что мне все-таки хочется видеть, в какой упаковке это мыло продавалось. О, боже мой, вы посмотрите. Оно цветное, зеленое. Красивый штампик. Конечно, оно сухое просто в крошку. Сейчас давайте аромат попробую протестировать, осталось что-то или нет. Временем, конечно, это мыло пахнет, но я не могу сказать, что неприятно. Знаете, легкий отголосок березовых листочков и хвои в сочетании с хвоей. Я слышу, не знаю, конечно, как оно в 78-м году пахло, но даже несмотря на то, что видно, что мыло тронуто временем, так скажем, все равно аромат остался довольно-таки приятный. В общем, вот такой первый раритетик у меня в коллекции. Я очень рада. Надеюсь, что в дальнейшем мне удастся пополнить такие вот необычные экземплярчики. Ну что ж, друзья мои, вот все, что я вам сегодня хотела показать. Не знаю уж, насколько это интересно, но просто я очень к вам привыкла, привязалась, и хочется всеми своими какими-то новиночками, своим творчеством, в кавычках, с вами делиться. Спасибо, что вы меня смотрите, я вас очень люблю, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.